Доброе утро всем. Приветики. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня 8 ноября. Я вышла на море одна. Мама и Альфреда остались дома. Они сказали, иди гуляй, пройдись. Они знают, что я люблю ходить спортивным шагом почти ежедневно. Иногда я даже бегу немножко, а потом опять иду. Я, знаете как, я немножко бегу, пока чувствую комфортное состояние. Как только какой-то дискомфорт почувствую, что немножко устала, сразу же начинаю переходить на шаг спортивный. И так каждый день почти я занимаюсь. Они сегодня готовят обед. Они там возятся на кухне. Мама что-то чистит, Альфреда тоже. Сейчас пробегусь, пройдусь, позанимаюсь у моря и потом вернусь, чтобы продолжить готовку. Они все подготовят, а я уже закончу. Вот снимаю немножко вам море. Свежее. Свежие волны, свежий ветер сегодня. И последние дни меня мучает вопрос. Оказывается, я прочитала одну статью.
В общем, она мелькнула у меня в Фейсбуке, в ленте новостной, что, оказывается, время нелинейно, а это точка. Как вам такой расклад? Я просто в шоке. Значит, время может быть обратимо, если это точка. Это рождает столько новых теорий. В общем, интересно, интересно. И у меня в голове крутится вот эта статья. Не знаю, кому-то это интересно или нет, но решила поделиться. Потому что мы думаем, что время линейно и оно необратимо. А если это точка, то это вообще... Я просто в шоке. Там столько всего написано, что море мыслей. Море размышлений. У меня уже третий день по этому поводу. Короче, не буду вас нагружать слишком заумными мыслями, потому что, может быть, многим это не нужно. Но немножко поделилась чуть-чуть. Если кто-то видел эту статью, напишите мне что-нибудь в комментариях. Это настолько интересно. В моей голове часто роятся философские мысли о смысле жизни, о том, зачем мы здесь, для чего этот мир. Но я просто не хочу никого грузить на Ютубе такими глубокими темами, потому что они рождают много споров. Стишок про ветер, потому что я ходила на море, вот вернулась домой и говорю, что там ветер, и мама сразу стишок вспомнила. Очень вкусные, когда тушеные, да? Угу. Этот сорт такой сочный, это называется Golden. Они такие вкусные, прям. А здесь они сварили без меня уже супчик, смотрите, какой хорошенький придумали. Лук, морковка, картошка, фрикадельки. И перчик сладкий. Вкусный получился супчик. Легенький такой. Как бы диетический. Но насыщенный в то же время. Альфредо сделал вот такой вкусный салат из морковки. Морковка отварена. Она смешана с оливковым маслом, бальзамическим уксусом. Также добавлено здесь орегано, чеснок и петрушка. Оливковое масло уже сказала. Все, это он сейчас перемешивает. Вот такой у нас еще салатик будет морковный. Он очень вкусный, кстати. Подходит к мяску, к рыбке. В общем, и даже так просто его кушать тоже очень приятно. У нас опять ребра на гриле. Вот такие они сегодня крупные. И очень румяные, ароматные. Опять их замариновали в красном вине сухом. Купили сегодня ящик хурмы. Вот одна... Вот такая упаковочка, три хурмы, 99 центесими. В общем, около 1 евро. За этот вот ящичек 5 евро. Около. И так как сейчас уже сезон на цитрусовые, продают дешево. Вот купили ящик апельсинчиков по 90 центов за килограмм. Вот целый ящик взяли. По-моему, тут килограмм 10. И еще ящик вот таких клементинчиков. Эти цена 75 центов.
так как мы живем здесь в сельскохозяйственной зоне, те, кто производит, у кого сады, они очень дешево продают вот это. Это наш осенний натюрморт. Мы набрали много-много фруктов. И вот петрушки еще пучок нам дали. Разные фрукты, несколько ящиков. А тут мамочка моя сидит и слушает, как я снимаю. Она кушает апельсинку. Мама, вкусно? Вкусно. Такие мандаринчики, клементинчики. Очень сочные, вкусные. Это сейчас сезон. Мама, у тебя прямо чувствуется, как сок прямо во рту течет. Из сада, свежатенько. Они полные листьями были. Ты сейчас их перебирала. Мама сейчас перебирала два ящика, чтобы проверить, нет ли каких порченных, нет ли каких мягких, гнилых. И вот села покушать уже.